Число зараженных растет на фоне того, что южноуральцы стали хуже соблюдать режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные Яндекса. Он оценивает уровень активности на основе данных приложений и сервисов. По последним данным, в Челябинске индекс самоизоляции составляет всего 1,8 из возможных 5 баллов. Лишь на 0,1 он выше в Миассе. В Златоусте показатель равен 2,3. Тот же уровень отмечен в Копейске и Троицке. Чуть впереди Магнитогорск и Озерск. Их индекс 2,4. А самые ответственные южноуральцы живут в Снежинске. Там правила соблюдают на 3 балла. Напоминаем, что самоизоляция и сокращение контактов с людьми – один из важнейших способов защиты себя от заражения.